Публицист Влад Васюхин выявил на платформе Авито объявление о продаже трусов Филиппа Киркорова. Нижнее белье предлагают купить по цене автомобиля. Продавец, предлагающий приобрести нижнее белье популярного исполнителя, оценил его в 500 тысяч рублей. Трусы являются ношенными самим музыкантом. Имеют бордовый цвет, и в объявлении указано, что предлагаются с огромной скидкой. Изначально предмет нижнего белья продавался за 1 миллион рублей. В подписи к лоту указано, что трусы являются эксклюзивными и взятыми из личного гардероба певца в текущем году. Они в хорошем состоянии, но продавец не стал указывать бренд нижнего белья. При этом в объявлении отмечено, что желающие пообщаться на темы, которые не касаются объявления, ответ не получат. Нижнее белье могут приобрести только жители Москвы.